на конкурс «Дети читают стихи». Коллектив 2 класса села Новоусманово. Достоевский. Крошку ангела сочельник Бог на землю посылал. Крошку ангела сочельник Бог на землю посылал. Как пройдешь ты через ельник, он с улыбкой сказал: елку срубишь, и малютки самые добрые на земле, самые ласковые и чуткие, дай как память обо мне. И смутился ангел-крошка: ну кому же мне отдать? Как узнать, на ком из деток будет Божья благодать? Сам увидишь, Бог ответил, и небесный гость пошел. Месяц стал, уж путь был светел, и в огромный город вел. Всюду праздничные речи, всюду счастье деток ждет. Скинув елочку на плечи, ангел с радостью идет. Загляните в окна сами, там большое торжество. Елки светятся огнями, как бывает в Рождество. И из дома в дом поспешно ангел стал переходить, чтоб узнать, кому он должен елку Божию подарить. И прекрасных, и послушных много видел он детей. Все при виде Божьей елки, все забыв, тянулись к ней. Кто кричит: я елки стою, кто горит, зато его. Не сравнишься ты со мной, я добрее твоего. Нет, я елочки достойна и достойнее других. Ангел слушает спокойно, озирая с грустью их. Все кичатся друг при другом, каждый хвалит сам себя. На соперника с испугом или с завистью глядя. И на улицу понурясь, ангел вышел. Боже мой, научи, кому бы мог я дар отдать бесценный твой. И на улице встречает ангел крошку, он стоит. Елку Божью озирает и с восторгом взор горит. Елка, елочка, и захлопал он в ладоши. Жаль, что я этой елки недостоин, и она не для меня. Но снести ее сестренке, что лежит у нас больна, сделай ей такую радость, стоит елочке она. Пусть не плачется напрасно. Мальчик ангел шепнул, и с улыбкой ангел ясный елку крошки протянул. И тогда каким-то чудом с неба звезды сорвались, и сверкая изумрудом ветви елочки впились. Елка искрится и блещет, ей небесный символ дан, и восторженно трепещет изумленный мальчуган. И любовь, узнав такую, ангел тронутый до слез, Богу весточку благую, как бесценный дар принес.